А у Ваньки постоянно общается с собаками. Там вообще общается полная. Ну как же она нормально. Же мама со своим фотоаппаратом ребенка просмотрела. Ну ничего. Ну, в этой. Он же в любом случае в наморднике. Ну, может ударить намордником, знаешь, мало не покажет. Да, может. Не дай бог таким. Ну да. Сиди, все, сиди. Давай, ты же умница, сиди. Сядь, сядь, дорогая. Нельзя, сядь. Вот, молодец. Ну, потом Наташа это посмотрит и потом выложим уже эти видео. Там надо повырезать маленько. Иди ко мне. Ты хоть не лезь никуда, что ты такая? Дай я лапку посмотрю. Все нормально, не кровит. Просто отстегнуть, надо перестегнуть. Стой! Не ходи. Нельзя. Лена Юрьевна! У вас еще одного человека не просто. Это мальчика. Стоп, стоп, куда пошла? Не ходи, нельзя ходить чужим собачкам. Только к своим. Давай. Ну ладно, ну ладно, ну что ты? Пойдем малыша, малыша снимем рядом. Искра, Иса. Вот эта штука цепляется вот сюда, чтобы она не вывернулась. Нельзя. Нельзя, 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 пойдем. Так, все, понеку.